Приветствую, друзья. Как сделать, чтобы все пазлы сошлись? Ну, все, что когда-то видел, когда-то слышал, испытал, сложилось в голову в одну картину и стал понимать и знать, что делать и как делать. Повторяемые действия снимают напряжение. Я уже рассказывал об этом. Мысленное или физическое – это механизм разгрузки и перезагрузки, который позволяет нам не зависать в какой-то эмоции и позволяет нам сохранить разум. В этот момент, вот, чем выше напряжение, тем чаще повторяемые действия. Это такое некое повторение события в какой-то частоте. Если у вас высокое напряжение, это может быть нервная дрожь. Повторяемое движение на уровне микродвижений. Если у вас спокойное состояние, это может быть повторяемое движение. Любые, подбираете себе любые движения повторяемые, которые автоматически снимают напряжение. Например, когда вы в ритм бега входишь, у тебя голова проясняется, хаос мыслей, забот, хлопот дня, все отодвигается. И ты начинаешь понимать, как решать свои проблемы. Приходишь домой и говоришь: «О, я теперь знаю, что надо делать». Бег помогает, прогулка помогает. Вот на этом принципе повторяемых действий, которые легче всего автоматизируются, то есть быстрее всего входишь в этот ритм автоматического повторения, вот на этом принципе основан подбор действий, которые тебе подходят лично в моменте. Перебирая самые разные движения, хотя бы по 10-15 секунд, как примеряют ботинки по размеру, ты можешь подобрать то действие, которое тебе хочется продолжать. И когда ты его продолжаешь, у тебя снимается лишнее напряжение, и ты выходишь на состояние такой легкости, пустоты в голове. Такое состояние, когда ты понимаешь, что надо делать и как делать. Да, и там понимаешь, как все пазлы вдруг сложились в единой картине мира. Ну вот же и в чем дело. Так что это все просто. Это метод ключ. Я сейчас буду работать один школьный урок, 45 минут, с матерями детей, которые инвалиды. Да. И потом я так договорюсь, чтобы вы могли посмотреть запись. И тоже научились. Потому что это относится и ко взрослым, и к детям, а тем более к детям-инвалидам. До встречи, друзья.